ЧП в детском саду Копейска, эвакуировано 54 ребенка. Работники дошкольного учреждения почувствовали запах гари и вызвали МЧС. Уже через минуту первый расчет был на месте вызова. По прибытии совместно с сотрудниками детского сада было эвакуировано 54 ребенка, пострадавших нет. В ходе разведки на первом этаже огнеборцы обнаружили электрический щиток, откуда шел запах гари, а потом установили причину ЧП. Всему виной было короткое замыкание. А это кадры с полигона ТБО, куда свозят отходы из Челябинска. Самостоятельно потушить возгорание сотрудники не смогли. Пожар был достаточно крупный. На место вызвали МЧС. На месте происшествия работали два пожарных расчета. Это две цистерны и 10 сотрудников. Также для тушения использовали экскаватор и бульдозер. Причину пожара сейчас устанавливают. Местные жители заявляют, возгорание на полигоне происходит периодически.